Два человека в храме стоят, два человека молитву творят. Вот впереди на виду фарисей, очень доволен молитвой своей. Боже, в храм пришел я твой, посмотри, все заслуги знаешь ты. Соблюдаю я посты, десятину отдаю, бедным деньги раздаю. Не грабитель, не злодей, словом, лучше всех людей, а не так, как этот мытарь. Слышишь, как хвалит тебя фарисей? Богу не нужно хвастливых речей. Мытарь у входа остался стоять, взора не смеет к небу поднять. Боже, в храм пришел я твой, ты прости, что я такой. Я не соблюдал посты, десятину не давал и у бедных отбирал. Я грабитель, я злодей, словом, хуже всех людей. Боже, ты прости меня, стать другим желаю я. Плачет и просит, и бьет себя в грудь. Боже, ты грешнику милостив будь. Слышишь, как мытарь прощенье просил? Бог его принял, охотно простил. Лучше и ты никогда не хвались, а провинился, пойди помолись. Аминь.